В 2002 году с благословения Рязанской епархии на территории регионального управления МЧС России была построена и освящена часовня в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. С этого времени рязанские сотрудники МЧС ежегодно участвуют в торжествах в честь этой иконы. В 2010 году в страшное лето, когда огнем были объяты леса Рязанской области, вместе с пожарными боролись с огнем и священнослужители. Проводились молебны, а горячей территории облетал самолет с чудотворными иконами на борту. Возможно, это и совпадение, но когда самолет с образами облетал горящие леса, чрезвычайную ситуацию удалось переломить. Ну, на горе Синай пророку Моисею был явлен неопалимый куст Купины, да? Вот, что является символом Пресвятой Богородицы. Потому что куст – это является нашим человеческим естеством. А несгораемость – это символ божества, огня, Бога. Вот. И соединение этих двух вот вещей, то есть Матерь Божия родила Спасителя и осталась при этом Девой. Не опалилась, да, божеством, приняла в себя божество. Вот. Это такой древний символ, который был обозначен на иконе «Неопалимая Купина». Празднование в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина прошло в минувший четверг у часовни на территории регионального управления МЧС. Здесь состоялась праздничная литургия, которую провел настоятель Николо-Царского храма отец Игорь. На службе присутствовали сотрудники регионального управления.